Не нужны проблемы. Этого я тебе сказать не могу. Это плохой бизнес. Но не это нужно не верить стоит, всему, что говорят. Никто ничему не учится у меня. Эй, ты! Скажи мне, что это не так. Знаешь, кому дельно правда. В нашей группе даже не знаешь, кому верить. Я лучше не буду. Никто ничему не учится у меня. Это было всегда очевидно. Я ничем не могу помочь. Никто ничего не хочет знать. Это плохой бизнес. Я сказал. Эй, ты! Нет, научи меня. Отлично, ты принес мне руду. Так давай же, обучи. Самое главное. Неважно, целиком сделан твой меч из магической руды. А так как эта чертова руда очень дорогая, просто естественно, нельзя просто покрыть готовый меч магической рудой. А все остальное зависит от оружия, которое ты хочешь получить. Я не верю, что это что-то изменит. Какой признак? Мы все слышали о драконах. Они действительно там. Хорошо, я верю тебе. Ладно, я думаю, ты наверняка захочешь поучаствовать в готовящейся... И? Вот, возьми этот амулет. Никому это не мешает. Амулет готов? Да, держи. Мне пришлось сделать новую оправу для камня. Я работал всю ночь. Я хочу... Я немного потренировался, и теперь я могу научить тебя... Я не хочу иметь к этому никакого отношения. А как насчет... Что тебе нужно? Ты я просто не хочу послушай. Иметь к этому никакого отношения. С этим ничего не поделаешь. Он бежал так, как будто занимался сам Дели. Ты должен все хорошенько дело. Взвесить. Это давно известно. Я бы не доверял что-то тому, кто тебе это сказал. Как будто у меня без мозга. Какое оружие? Я даже не знал об этом. Это именно так, как я сказал. Мы его поймали. И почему я не слышал? Я не знаю, где его так отделали. Это было всегда очевидно. Некоторые первый проблемы раз. Решаются. Нет ничего нового. Да, может. Это было всегда очевидно. Он даже ничего нового держать не умел. Нет ничего нового. Он должен все хорошенько взвесить. Это давно известно. Кто сказал тебе это? Нет ничего нового. Я что-то слышал об этом. Это правда. Это чего я не удивляюсь, что ты сказал. Скажи, я все время знал об этом. Я сам лучше. Я не заслужил этого. Я что-то слышал об этом. Я ничем не могу помочь. Я полностью с тобой согласен. Я занимался сам Делиар. Я что-то слышал об этом. Убийца! Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Никто не... Тревога! Никто ничего не хочет знать. Тревога! Стража! Мы еще встретимся! Я лучше не буду вмешиваться. Лучше не говорить. Убери эту магию! Ты просто послушай. Thank you.
Я сделал все, как ты сказал мне. Вот починенный глаз. Да, теперь все готово для проведения ритуала. Что насчет болотной травы? Ах, да. Ты принес 3 стебля болотной травы? Да, вот 3 растения. Превосходно. Ты хорошо поработал. Но теперь отойди в сторону, чтобы мы могли начать церемонию. Да объединятся наши души. Закончили. Нам удалось разрушить план врага и восстановить глаз. Пусть Пирокар объяснит тебе, как пользоваться его силой. Надеюсь, я еще увижу тебя, когда ты выполнишь свою миссию. Прощай. Теперь, когда глаз Иноса восстановлен, ты должен предстать перед драконами. Все они служат Бельяру, богу тьмы. Но должна быть также земная сила, которая контролирует их. Теперь это стало очевидным для меня. Найди источник этой силы. А как только ты выяснишь это, сразу же возвращайся ко мне. Вы сделали это? Глаз Иноса исцелен. Я почти не верил, что это возможно. Что мне остается сделать здесь? Не трать свое время на тривиальные вещи. Иди и уничтожь драконов. Вот, возьми глаз. Помни, что тебе нужно сначала поговорить с драконом, прежде чем ты сможешь атаковать его. Сила глаза заставит драконов говорить с тобой и говорить правду. Кроме того, он даст защиту от их атак. Однако его сила не вечна. Тебе придется снова пополнять его магическое энергию.